Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вы можете получить оригинальный презент или же какую-то долгожданную весточку. Телец. В этот день вы будете на высоте, ожидайте большой похвалы от начальства. Близнецы. Постарайтесь максимально расслабиться в этот день и провести его с толком. Рак. Как тягостно будет молчать вдвоем в этот день. Скажите хоть что-нибудь первый. Лев. Не тратьте этот день впустую, вы можете преуспеть во многих делах. Дева. Короткие свидания, обмен нужной информацией и флирт. Вот что ждет вас в этот день. Весы. Явится возможность организовать поездку в какое-то экзотическое место, побывать в котором вы давно мечтали. Скорпион. Вам предстоит изнурительная борьба за выживание и отстаивание своих интересов. Стрелец. Ваш ангел-хранитель точно будет помогать вам в течение дня. Все будет удаваться с большой легкостью. Козерог. Вы выйдете из всех приключений этого дня с просветленной душой. Водолей. Вы будете магически неотразимы практически для всех представителей противоположного пола, которые будут вас окружать. Рыбы. К вам проявит интерес какой-то представитель противоположного пола очень яркой и запоминающейся внешности. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!